Смотрите, как я умею. Мои прыжки не повторяйте, это опасно. Я вместе катаюсь на этих колесах. Я попробовала встать, надо, и я даже встала. Нет, вот, я... Вот, да, вот, мало всем. Это можно представить. А покатается. Повторил мой трюк. Но прыгнуть он точно не сможет, потому что это очень опасно. Это еще опаснее, чем вы думаете. Прыгнуть. Ты помнишь их логику, да? Сейчас будем следить за моим папой. Бегать и следить. Подписывайся на канал моей дочки. Собираем самокат и едем домой. Подсказка. Сегодня воскресенье. Значит, завтра мне на карате по секрету.